Вітаю вас в гостях у студії телеканалу «Експорт» зірковий український хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко. Руслане, вітаю. Взаємно вітаю. Дякую, що завітали до нас у студію. Спасибо, що прийняли мене, пригласили. Тож, вчора ви були у Дружківці, де відвідали перший матч української хокейної ліги, між перший матч сезону української хокейної ліги між Донбасом та Кременчугом. Взагалі, як виникла ідея приїхати до Дружківки? Ну, Борис Вікторович пригласив мене на відкриття, пригласили, і у мене вийшло з моїм графіком, що я зміг виїхати на пару днів сюди в Україну, і щоб допомогти, як говориться, передать привет и тоже помочь открыть украинский хоккей или не открыть, а развить немножко больше украинский хоккей для наших детей. Як взагалі можна розвинути український хокей для дітей? Ну, я опять извините, что по-русски, потому что немножко легче мне там. Все нормально. Но катки нужны, школы нужны. Дети есть, молодежь есть, желание есть. Я думаю, из-за этого, чем больше катков будет, чем больше тренеров, и тогда будет детвора. Таланты я видел и вчера, и по телевизору таланты есть. Нужны просто школы, нужны навыки, и потом выходить на мировой уровень, чтобы показали себя Украина на украинском, то есть на хоккее. А зараз як оцінюєте взагалі розвиток школ хокейних в Україні? Ну, откровенно сказать, слабенький, ну, потому что мало клубов, мало катков, мало тренеров, кто тренирует детей. Я же говорю, желание есть, и опять же, ну, тоже понять можно. То есть здесь обстановка в Украине тоже тяжелая для людей. Свои проблемы, свои финансовые тоже структуры, все. То, что тоже можно понять. Но, опять же, хотелось бы дать перспективу на юнош для детей, чтобы могли поиграть в хоккей и вывести на Украину на мировой уровень. А вчора які емоції у вас були, коли ви вийшли на лід після такої довгої паузи? Звісно, не в якості хокеїста, а просто були на церемонії відкриття. Ну, очень приятно було. Тобто і болельщики були, очень приятно, як вони мене там зустріли. І, опять же, хотелось бы опять поблагодарить болельщиков много раз за то, что поддерживали в моей карьере, болели за Донбасс, болели за украинский хоккей. И опять же, я живу-то в Америке, то есть, но хотелось бы помочь развить украинский хоккей здесь. А коли Донбас у другому періоді почав вести, точніше, почав програвати з рахунком 2-1, вірили тоді до останнього, вірили в перемогу Донбаса, чи все ж таки сумнівалися? Ні, звісно. Тобто у мене другий взгляд на хоккей. Тобто я бачив, таланти є, вони ще немножко, як говориться, не розіграні були, може, первый турнир, может, то есть первая игра, немножко волнование, то есть видно было, что я верил, что они сейчас разыграются, и они показали себя хорошо во второй половине второго периода и третий период очень хорошо начали играть. И врешті-решт здобули перемогу. Да, то есть... Взагалі за украинским чемпионатом слідкуєте за кордоном? Дуже мало, то есть буду откровенным, очень мало. Как говорится, жизнь есть, там жизнь довольно busy, довольно занят пока, и тоже с NHL, то есть Tampa Bay Lightning, там, где я живу, то есть они тоже, я довольно много с ними работаю, иногда не хватает времени. А чем взагалі займаєтеся у вільний час? Ну, вільного часу дуже мало, ну, а так, у меня бизнес, я делаю немножко в недвижимости. Там, да, недвижимости там, так что... И с хоккеем тоже есть и школы, если помогаем немножко с школами развития во Флориде, особенно в Тамповской эре, там, где мы живем. Закінчили кар'єру гравця, не думали щодо тренерської діяльності?
откровенно сказать, когда тренером много перелетов, много поездок, а я практически всю жизнь в поездках. Хотелось бы немножко, я говорю, откровенно говорю, хотелось бы немножко побыть дома, побыть с семьей, немножко поспокойнее. А в будущем все может быть, но пока не вижу такого. В нашей национальной сборной немає зараз головного тренера. Можливо, якось щодо цієї посади не задумалась? Пока планов никаких нет на это. Спасибо. Але, можливо, така пропозиція можлива. Все может быть. Я никогда не говорю «нет» на будущее. То есть все может быть. А відкритий секрет, як в Америці з тим, щоб бути тренером? От що потрібно зробити колишньому гравцю для того, щоб стати тренером? Ну, а бывшему игроку, особенно в НХЛ, довольно мало... То есть надо пройти, зарегистрировать себя и там пройти, по-моему, пару тестов и все. Ну, то есть не так просто, да? Там довольно просто пройти со стажем в НХЛ. Mm-hmm. А, чтобы простому человеку, кто не был в хоккее, быть тренером, то есть надо курсы проходить, надо тесты делать, чтобы их сделали сертификацию. А чьи у вас с тренерів якийсь кумир з хокеїв? Ну, детский, то есть самый мой такой, который я считал здесь, заложил мою, как это говорится, дату или технику, желание, это все это Гаврилов. Он, mm-hmm. он был очень хороший тренер у нас здесь, и он нас вел, то есть очень нас, мне помог. А после этого, уже, когда я уже в Америке был, тренер в Филадельфии, Билл Барбер, очень был, как говорится, crucial piece in my... Да, очень помог мне в начале моей карьеры. И опять же, под конец или в середине, Джон Тартарелло, он был у меня в Тампе, мы выиграли кубок с ним. И также он был тренером у меня в... Нью-Йорк Рейнджерс тоже. То есть я был довольно lucky, как это по-русски, извините. Мали вдачу, так сказать. То есть сказати. Было... Вам повезло. Повезло, да, так, спасибо. Так. Хорошие тренера были в моей карьере, помогли наставить на правильный путь, чтобы добиться результата. Угу. Бачили вчера вы... Доволі міцно обіймалися, віталися з Йосифом Шуплером. Можливо, ви товариші, які у вас відносини з ним? Ну, хороші отношения. То есть он був тренером там, а там же Сергій Вітер, і там тренерський состав, і ігроки, з ким я ще пам'ятаю, коли я грав здесь. То есть у мене завжди со всеми, вважаю, хороші отношения, тому що всі хороші люди, всі пытаются добиться одного задания, то есть помочь хоккеистам, ну, помочь ребятам и добиться хорошего успеха. А с кем из хоккеистов вы больше спілкуєтеся? С за океаном, с кимось из команды, чи, можливо, с кимось из українців? У вас залишилися теплі відносини, за ким ви можете піти на чашечку кави, наприклад, тут, коли ну... в Україні? Потому что я уехал очень рано, я в 16 лет закончил школу и уехал, и мало поддерживал связь. То есть у меня есть пару семейных друзей, также из хоккея, некоторые, с кем я поддерживаю немножко. Вот Андрей Фурсенко, он открыл там спортивный магазин, и я с ним поддерживаю связь. То есть мы, как говорится, всегда с ним играли. Знаю его хорошо, семью, то есть поддерживаюсь, вот это я с ним довольно поддерживаю связь. А в основном, то есть очень-очень мало. То есть я уехал, как говорится, давно и уже не был здесь очень давно. Вы поїхали з України доволі дитячому віці, а вчора ви були на майстер-класі, де багато діточок, ви спілкувалися з ними. Що давали майбутнім хокеїстам, можливо, якісь поради? Що взагалі було на майстер-класі, що відбувалося там? Ну, ми зробили пару упражнений, ну, мені показалось, що вони, як говориться, дуже були starstruck, как это правильно сказать? Перелякані? Ну, не перелякані, то есть
неудивительные, то есть они, по-моему, так вот смотрели с такими глазами большими, было приятно. Но ребята, то есть талантливые, подсказывали, чем им помочь в будущем, чтобы какие-то катания, это очень самое главное, техника, это, как говорится, самые главные таланты, которые надо, чтобы попасть на хороший уровень. Взагалі, потрібні Україні такі заходи, такі майстер-класи з відомими зірками хокею? Ну, я думаю, опять же, не тільки со звездами. Звезды, но опять же, хорошие тренера есть, которые и не, как говорится, не вышли на хороший уровень сами, но очень хорошие тренера. То есть это не только знать, что если звезда всегда может помочь маленьким детям, но в большом, как говорится, объеме, то есть нужны игроки, кто понимает хоккей, кто понимает, что нужно для этого ребенка, чтобы дать ему задачу, помочь, как говорится, задаток на будущее, чтобы имел и таланты, и знал, как играть в командный хоккей. Зараз ви у Києві, київського Соколу немає. Звідти починалася ваша вся, в принципі, спортивна кар'єра. Не сумуєте за цим? Да, очень жалко. Я ще коли, 4 роки назад здесь приїжджав в Київ, посмотрел. Очень жалко, що случилось з цим клубом, як він розвалюється там. Жалко, тому що він був один із самых крупних тогда, коли я був ще маленьким. І жалко, що мало дітей. То есть не могут этим воспользоваться. И я думаю, если наконец-то кто-то этим займется, поднимет этот хоккей, поднимет на более уровень, я думаю, здесь и местные игроки, кто играли раньше, могли бы быть и тренерами, помогли бы воспитывать хороших воспитанников детского хоккея и дальше ввести, как говорится, Украину на мировой уровень. Ну, бачите, аді США є, и как бы, школа и працює, и там... Да, то есть в Америке, в Канаде там немножко по-другому все. Но а там, как там? Ну, в Канаде это вся страна, как говорится, это их спорт. Головный вид спорта. Да, то есть там, наверное, в 2 годика девушка, мальчик, они им всегда коньки дарят и на лед. То есть там практически это... Все знают, как кататься, все знают, все играют, все этим, у них большое passion, большое удовольствие от этого, национальный спорт. А в Канаде тоже, то есть, ну там, то есть в Америке тоже очень много хороших школ, приватных, есть от команд, есть колледжи, есть high school, некоторые штаты очень хорошие, то есть high school это, ну, школы, есть хорошие лиги. Ну, там развивается, но там больше спортов есть тоже. Там и американский футбол есть, и баскетбол, и бейсбол. То есть, там. А в Канаде немножко оно посевернее, там хоккей самый крупный. Самый топовый вид спорта. Да. Вы на сколько дней завітали до столицы? Еще пару осталось. Я улетаю во вторник утром. Можливо, поділитися якимось планом, що будете робити за цей час? У мене, як говориться, время очень мало увидеть і сім'ю, у мене некоторые, то есть родственники ще остались здесь повидати, друзья, то есть, як говориться, на расхват. Когда... Вони живуть в Києві чи в Київській області? І в Києві, і в Вінницькій області я вже з ними вже повидався, вже їздив, як говориться, время мало, а график дуже напружений. То есть мог бы на месяц остаться, но не позволяет. Вы тоді выезжаете в Америку и да. Будете у Флориді. Будем в Тампі, да. В солнечной Тампі. Сподіваюся, це не остання наша з вами зустріч. Дуже вам дякую, що завітали до нас у студію. Я нагадую нашим глядачам, що в гостях нашої сьогоднішньої студії був дворазовий володар Кубка Стенлі, відомий український хокеїст Руслан Федотенко. Не перемикайтесь, подалі дуже цікаво.